Добрый день, меня зовут Екатерина Чистополь, и я хочу с вами поделиться своей историей. Занимаюсь сетевым маркетингом, интернет-бизнесом уже последние 6 лет. И самое первое, я попала в компанию, которая занималась традиционными, использовала традиционные методы работы. Это холодные контакты, соцопросы, звонки, то есть масса рутинной работы, приглашаешь людей на встречу, придет он, потом идет думать, то есть приходилось переваривать много негатива и сталкивалась с тем, что очень много отказов. Если подписывается человек, далеко не факт, что он будет работать, а ты тратишь на него свое время, свою энергию и не получаешь желаемого результата. И в свое время я в кавычках молилась на компанию, если бы мне сказали, что я буду заниматься каким-то другим проектом, то я не знаю, что бы я сделала с этим человеком. То есть я кричала, что у меня самое лучшее. Но буквально год назад я познакомилась с системой «Эксклюзив Шанс». Что дает эта система? Во-первых, продажи идут на автомате. Я об этом мечтала всю жизнь. Я не думала, что бизнес в свое время, он может быть легким, он может быть в удовольствии. Я трачу на свой бизнес сегодня 2-3 часа в сутки. Люди сами просятся в мой бизнес. То есть у меня партнеры появляются, регистрируются даже без моих особых усилий. Кроме того, система, она позволяет моим ученикам обучаться от топ-лидера. То есть за меня 90% работы делает система. И уделяя 2-3 часа на бизнес, за вот этот, можно сказать, первый год пользования системой я заработала более миллиона. Причем даже путешествуя, мой бизнес не останавливается, а мой бизнес растет. Потому что в этот момент система работает за меня. Поэтому, если вы, может быть, устали, уже полжизни положили на какую-то компанию, но есть группа, может быть, не хватает дохода, может быть, просто устали от постоянной мотивации партнеров и вот от этой рутины, я вам рекомендую, откройтесь информации, за спрос денег не берут. Зайдите на вебинар, вникните, разберитесь, но потом вы сможете уже принять решение для себя. И, возможно, это будет именно то, что вам даст и время, и свободу, и удовольствие, и остаточный доход.